Телеканал «Жара» представляет. Долгожданные концерты в новом формате. «Жара Лайт». Если прямо сейчас вы смотрите нас, значит, вы оказались в нужном месте в нужное время. Потому что в эфире телеканала «Жара» ваше любимое диджитал-шоу «Жара Лайт», где, как всегда, вас ждут топовые треки, интервью со звездами и новые имена шоу-бизнеса. Кстати, вот сегодня на нашей сцене вы увидите Мэри Гу, Хабиба, Даву, Андро, Тендерли Бай, Юлию Савичеву и еще много классных артистов. А также нас, ведущих шоу, София Рязанова и Костя Браво. И знаете, что-то мне подсказывает, девчонки, что все уже готово. А это значит, не будем тянуть и встречайте на сцене Согдиана. Дорогие друзья, всем здравствуйте! С праздником! Это была премьера моей песни «Поцелуй только для вас». Ну а сейчас песня, которую вы все знаете. Незаметно исчезает призрачный туман. Ты попался в мои сети, словно мальчик. Мой сладкий обман. Не было и нет сейчас того, что в первый раз. Не вернусь, но не сияешь, что любила нас. Мы с тобой не вместе сейчас. Мое сердце болит, мучается мать.
Прежде чем перейти к выступлению следующего артиста, мы хотим сказать большое спасибо нашим друзьям из ВК-музыки. ВК-музыка – это приложение с самой актуальной музыкой российской сцены. Именно там появляются новые имена, которые вскоре покоряют чарты и получают премии. Если не хотите пропустить тренды, открывайте ВК-музыку. А мы уже готовы приоткрыть завесу тайны и представить вам следующего исполнителя. Ведь это Хару! Босиком землю я толкал, в поисках тебя не иссякал. Боевой накал, время не теряя, разрезал горизонт, как бумажные листы. Мне мой лорд рассказал, что за горизонтом ты, он не соврал. Я слышу аромат твоих волос уже, забытое чувство отозвалось в душе. Я вижу по твоим глазам, и ты тоже любовь почувствовала вновь. Я иммигрант, сердце твоего я так рад, что в итоге я попал сюда. Ты меня просто свела с ума. Я иммигрант, сердце твоего я так рад, что в итоге я попал сюда. Ты меня просто свела с ума. Baby, I'm a legal immigrant. Сердце твоего я так рад, что в итоге я попал сюда. Ты меня просто берегай меня, не отпускай. Be my earth is sky. На берегах окутанных песками, полками пускай напишут наши имена. Именно наши дети намерены на миллионы лет. Наступят лето, тихий океан замолкнет нас совсем, пока родив нас дата всех бед. Ты прошептала мне, люблю ничего в себе. Я мягко говоря, даю себе деву, что такая грация. Влюбившись, позабыла слово депортация. Я иммигрант, сердце твое. Ой, вот про это событие ни в коем случае забывать нельзя, потому что 17 мая в Крокус Сити Холл состоится 5-я ежегодная премия «Жара Мьюзик Awards 2022». Это будет грандиозное шоу, которое соберет в одном месте топовых артистов, громкие хиты, яркие номера и награды лучшим из лучших. Егор Крид, Джонни, Баста, Зиверт, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Лолита, Ваня Дмитриенко. Да. И еще минут на 30 перечисления артистов. Поэтому я думаю, что вы уже догадались о масштабе 5-й ежегодной премии «Жара Music Awards 2022». 17 мая в Крокус Сити Холл. А билеты вы можете приобрести на сайте jara.tv и по телефону 8-499-55-00-55. Но прежде чем вы уйдете за билетами, давайте насладимся выступлением одной молодой и очень талантливой артистки на сцене Саяна. Слушный.
Ну что, девчонки, совсем скоро у нас что? Правильно, майские празднички. Ой, как многие их ждут. Скажите, вот обычно мы спрашиваем у взрослых, да, чем вы будете заниматься? Все там понятно. Вот вы чем будете? Расскажи мне, София, ты чем будешь заниматься на майске? Я поеду за город, буду гулять на улице и дышать свежим воздухом. Ага, то есть все как надо, да? Так все можно сказать так банально в чем-то. София, у тебя какие планы? Я буду отмечать дома с родственниками. Господи, у вас хоть шашлыки-то будут, девочки? Да, конечно. Ну куда без них-то? Ну, я, конечно, думал, сейчас у меня расскажет эту историю. Я там туда, сюда. Я вот честно, я постараюсь каждый день есть эти самые шашлыки. Надеюсь, что зрители в этот момент меня поддержат и скажут: вот это наш человек, вот мы так и будем отмечать. Правильно? Правильно. Так, предлагаю вернуть все внимание на сцену и обратить внимание на представителей нового поколения шоу-бизнеса. Кстати, с большим удовольствием. Вообще, я предлагаю в наш эфир внести немножечко свежести, потому что на сцене готова появиться группа «Фанта». Рыбку золотую я нашла, и у рыбки то я попросила, чтобы игрушек целая гора мне доставилась из магазина. Привет всем, кто только что к нам присоединился, ведь в эфире диджитал-шоу «Жара Лайт». И прямо сейчас мы вновь хотим поблагодарить наших друзей из ВК Музыки. ВК Музыка – это приложение самой актуальной музыки российской сцены. Именно там появляются новые имена, которые готовы покорить все чарты и премии. Так что все просто. Если не хотите пропустить тренды, открывайте ВК Музыку. А всех зрителей сейчас мы призываем сделать звук погромче и насладиться ее выступлением. Юлия Берета. Why happiness happiness?
в этом пространстве мысли, танцы или мысли о танцах, где не надо стесняться. Я не стану притворяться, я не буду голову дурить. Давай на правильных вибрациях. Мне и одной неплохо говорит, чертов опыт говорит и сам не верит, что там. Хочу спросить у тебя, пока ты не уснул, зачем тебе я, ну серьезно, серьезно, ну. Не важно на высоту или идти ко дну, зачем тебе я, ну серьезно, серьезно. Мечты, сомнения, шансы, то, чего надо бояться и кем хотим мы казаться. Хочешь со мной коллаборацию, даже молишься высшим инстанциям, чтобы вместе просыпаться, чтобы вместе просыпаться. Мне и одной неплохо говорит, чертов опыт говорит и сам не верит, что там. Хочу спросить у тебя, пока ты не уснул, зачем тебе я, ну серьезно, серьезно, ну. Не важно на высоту или идти ко дну, зачем тебе я, ну серьезно, серьезно, ну. Я серьезно. Пока ты не уснул, зачем тебе я, ну серьезно, серьезно, ну. Не важно на высоту или идти ко дну, зачем тебе я, ну серьезно. Хочу спросить у тебя, пока ты не уснул, зачем тебе я, ну серьезно, серьезно, ну. Не важно на высоту или идти ко дну, зачем тебе я, ну серьезно, я серьезно. Какой же вокально одаренный артист сейчас поднимется на нашу сцену? Его фирменное звучание можно узнать из тысячи. Да как он эти ноты берет, иногда вообще непонятно. Может быть, на ногу себе наступают? А иначе как спеть таким фальцетом? Одним словом, фирмач. Так умеет только он. И именно поэтому каждый его новый трек автоматически попадает в топ-чарты. Хотел бы я предложить спеть, как он, попробовать, но решил пощадить наших зрителей. Ну, как бы не особо-то это нужно вам. Слушай, да он и не голосом, а еще внешне очень ярок и отличается от всех. Ты знаешь, это точно. Вот, во-первых, фактурный, а во-вторых, сколько у него всевозможных украшений, как он их миксует, злато, серебро, там просто, мне кажется, со всего шоу-бизнеса как будто бы вот эти украшения собрали, и все есть у него. Интересно, а сколько стоят все эти украшения? Ах ты какая, пропитана шоу-бизнесом. Знаешь, я тебе скажу так, пока мы не узнаем этого, но совсем скоро, если этот артист придет к нам на интервью, мы обязательно зададим этот животрепещущий вопрос, потому что когда он начинал свою карьеру, я думаю, что эти украшения стоили гораздо меньше. А сейчас, когда его треки постоянно попадают в топ, думаю, цена украшений однозначно возросла. Раз, два, три, хором. Андро! Самого утра с твоим телом ядовитым буду огурать. День, оу, гай, что за дева, что за дева я.
И как сказать, не хочу терять. Детка, где же ты была? Я не знаю, как забыть те слова, что ты не могла остаться со мной. Но ты посмотри хоть глазком на меня, я схожу с ума с тебя. Но ты посмотри на меня хоть чуть-чуть, чтобы моя душа успокоилась, Маша. Посмотри на меня хоть чуть-чуть, чтобы моя душа заполняла тебя, тебя. Ты посмотри хоть глазком на меня, я схожу с ума с тебя. Но ты посмотри на меня хоть чуть-чуть, чтобы моя душа успокоилась, Маша. Посмотри на меня хоть чуть-чуть, чтобы моя душа заполняла тебя, 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 yeah. А прямо сейчас всех девчонок ждет наш сладкоголосый сюрприз. Ой, это точно. Если у вас плохое настроение, то просто послушайте песни этого исполнителя и все. На душе сразу весна. Кстати, у него и трек вышел новый как раз про девочку весну. В общем, ловите только позитивную энергетику. Ну а у нас, извините, по-другому не бывает. Только хорошее настроение, только любимые хиты в эфире «Жары Лайт». Все верно. Ну, думаю, артист готов. А значит, пора приглашать его на сцену. Это, если кто еще не догадался, Амирчик. Большое спасибо. Привет! Всех хочу сегодня поздравить с праздником. На следующую песню я исполню, она вышла буквально пару дней назад. Возможно, вы ее еще не слышали, но это очень важная для меня песня. Приятного прослушивания. Ночь, горят огни, почему опять не спишь? Что твое сердце скрывает? Только не молчи, прошу, удаляю и снова пишу, как мне тебя не хватает. Ты такая нежная, ямочки на
на щеках первые снежники расцветают в твоих руках. Но знаешь, когда ты меня обнимаешь, мурашки по телу, что же мне делать, девочка, весна. Исчезаешь, и как снежинка растаешь, вместе с моими мечтами, может быть, тайно ты влюблена. Ты такая нежная, ямочки на щеках, первые подснежники расцветают в твоих руках. Никому не верила и грустила по ночам, только не заметила, как я по тебе скучал. Но знаешь, когда ты меня обнимаешь, мурашки по телу, что же мне делать, девочка, весна. Исчезаешь, и как снежинка растаешь, вместе с моими мечтами, может быть, тайно ты влюблена. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, тайно ты влюблена. О, ла-ла-ла, ла-ла-ла, тайно ты влюблена. О, ла-ла-ла, ла-ла-ла, тайно ты влюблена. О, ла-ла-ла, ла-ла-ла, тайно ты влюблена. О. Большое спасибо. Обладатель магического голоса пожаловал к нам в студию, и я знаю, что вы его точно ждали, ведь это Андра! Андра, привет! Расскажи нам, пожалуйста, про новый трек, который ты анонсировал в своих соцсетях. Расшифрую. 29-го выходит трек. 29-го? Да. Как будет называться? Называется G-U-B-U. Вроде так. G-U-B-U? Губы. Губы. А, буква «ы» там, да. А я думал «губу», я думал, какое интересное название. Губы. Губы. Да. А можешь напеть нам фрагмент? Но все равно же он же запланирован релиз. Как там? Губы, твои губы. Я ревную, ты шлешь мне 100 воздушных поцелуев. Там еще в конце. Ну, в общем, трек еще, дождемся. Там Андра, еще соль диез через норм, через, по-моему, фа диез, по-моему. Да. И половина зрителей такие, фадик. Через соль диез. Давай, следующий вопрос. С кем бы из артистов ты не записал фит, это всегда 100% попадание и настоящий хит. Может, с кем-то уже планируешь дуэт? Да, хочу. С кем? Ну, поделись. Хочу с Майотом сделать трек. Хочу сделать со Стивом Вандером. Хочу сделать трек с этим, с дядей Шабаном. А ты знаешь, как-то тебя понесло из моё Стиви Вандер? Это... Но это... я перечислил легенд же. Так я понял, я и говорю, как ты этот понесло тебя. А если серьезно, у тебя какой-то дуэт прям будет в ближайшее время с кем-то? Вот, посмотрим сейчас на неделе. Решим. Андра, ты регулярно экспериментируешь с музыкальными жанрами. Как бы ты мог назвать свой стиль музыки? И какой стиль ты бы никогда не попробовал? Я на днях об этом думал, все спрашивали меня. Мне кажется, это мультифрукт. Мультифрукт? Да, жанр такой. Прикольно. А есть ли какой-то стиль, в котором ты бы никогда бы реально бы даже не попробовал? Ну, не нравится, не твой Нет, стиль. Почему? Все можно экспериментировать же. То есть любой бы попробовал, да, возможно? Да. Любой. Ну, у тебя все получилось по-любому. Да. Слушай, а вот мультифрукт, да, вот что это такое? Можешь ли нам его раскрыть как-то? Вот взять какой-то пример мультифруктового жанра? Ну вот сок, когда пьешь мультифруктовый, ну? Вот, и в ушах... Передайте эмоции в уши. Представьте это, что вы пьете через уши. Мультифрукт. Чё ты мне в уши льёшь, Андра? Я ничего не понимаю, но очень интересно. Ладно, давайте тогда, наверное, уже перейдем, да, к следующему артисту. Так, предлагаю вернуть все внимание на сцену. Да я согласен, потому что там уже давно готовы и заждались нас. Карапейс на сцене Жары Лайт. Как в последний раз, давай с тобой. Обнимай меня, моя любовь. Это не про нас, если нет кровь на руках твоих. Как в последний раз, давай с тобой. Обнимай меня, моя любовь. Это не про нас, если нет кровь на
отчего же мы тогда не ушли? Уходим сейчас, когда время песу. Почему так больно? Нужно все повторить, как нажать на репит. Как в последний раз, давай с тобой. Обнимай меня, моя любовь. Это не про нас, если не кровь на руках твоих. Как в последний раз, давай с тобой. Ну что, сейчас на сцене выступит артистка, которая, между прочим, хит которой, вот интересный момент, она выпустила трек несколько месяцев назад, да? Но именно сейчас он стал попадать во все топ-чарты. Естественно, он же про весну, сейчас это актуально. Как никогда, действительно, все верно. Я его сама слушаю каждый день, он так поднимает настроение. Да? Слушай, ну... Я его еще не слушал, но обязательно послушаю, потому что он уже везде. Он уже везде, то есть отрывками, обрезками я слышал. И сейчас я наконец-таки вместе с вами услышу наверняка сегодня полную версию этого трека, который сейчас занимает все лидирующие строчки парадов. Потому что это, не бойся этого слова, уже легендарная артистка на нашей сцене. Она Юлия Савичева. Майский дождь под окном, целый день он нацелен потушить эту любовь, что горит в нашем сердце, но льет мимо цели. Караулит майский дождь под окном, целый день. Светофорах солнце спряталось за шторы облаков цвета свинца. Мы с тобой, который час за монитором, наблюдаем фильм и ждем счастливого конца. Дождь по карнизу бьет, прощаешь капризы мои с тобой. Я вижу свет в темноте тоннеля. Нас ведь никто не поймет, как мы так искренне любим. Сквозняки и скрипит старый паркет бабочками в теле, и по ощущениям будто мы знакомы с тобой миллионы лет. Дождь по карнизу бьет, прощаешь капризы мои с тобой. Я вижу свет в темноте тоннеля. Нас ведь никто не поймет, как мы так искренне любим и ценим. И мне так нравится с тобою по ночам гладить звезды руками на крыше, глаза в глаза и долго молчать, слушать, как мы синхронно дышим, дышим. Караулит майский дождь. Но льет мимо цели.
продолжаем наше флеш-интервью. Сейчас у нас в гостях загадочная и очень интересная персона Тендерли Бай. Амина, привет. Приветики. Амина, привет. Совсем недавно у тебя вышел клип на трек «Игрушка». Расскажи, как снимали, где и как долго проходили съемки? Съемки были около суток, мы снимали в трех разных локациях. Первый — это был музей японских автомобилей, второй — это ботанический сад, и третий — это было у меня дома, и нет, дома моей подружки. Вот. В целом съемки прошли тяжело для меня, потому что я не привыкла снимать клипы, а если я их снимаю, то они длятся, ну, съемки длятся, может, полдня, а тут целые сутки. Но мне было тяжело это вывести, потому что мы не спали, мы очень много ели, и я от этого тоже уставала, от того, что я много ела. И мы очень много времени тратили на перестановку света, подсъемки каких-то мелких кадров, и утомляло именно то, что периодически мы просто даже не работали, а просто ждали. Вот. Но ничего в целом себе. Круто, мне понравился такой экспириенс, я такое люблю. В 2020 году у тебя вышел дебютный альбом «Юность». Думала ли ты уже о следующем? Честно, да, думала. У меня даже есть достаточное количество треков для того, чтобы просто сейчас взять, сделать альбом. Но просто прикол в том, чтобы сделать альбом, нужна концепция. А у меня все треки, которые написаны, они все очень разные, о разных темах, о разных болячках. Поэтому пока что не знаю. Если я соберу достаточное количество треков в одной концепции, в одной тематике, то, наверное, я это сделаю. А какие у тебя творческие планы? Я хочу снимать много клипов и, собственно, выпустить альбом. Пока что у меня цели конкретно такие. И еще хочу сделать очень много крутых фитов с крутыми артистами. Амич, как ты вообще хорошо разговариваешь? Так прям тру-тру-тру-тру-тру, и все по делу, все четко. Слушай, а вот давай немножечко от творчества отвлечемся. Мы запутались, что у вас там с Снегоклайн? Вы с ним помирились? Нет, мы не общаемся. Не общаетесь? Нет. Это, ну вы, по-моему, уже не раз мне подсказывали, на самом деле, сестры, что вы уже 500 раз ругаетесь, то миритесь. Ну все, мы не общаемся с того момента, как поругались. А кто был инициатором ругачки? Он. Он? Да. Вот мужики все такие истеричные на самом деле. Давай, следующий вопрос. Все, хватит об этом. И финальный вопрос. В каком самом необычном месте ты бы хотела провести стрим? Или уже был какой-нибудь супер необычный? Супер необычного места, локации не было, не могу так сказать, потому что в основном просто там гуляем, в каких-то театрах, что-то еще. Но, наверное, я бы хотела сделать стрим под водой. Под водой? Да, мне кажется, это необычно, чего? Прикольно, и такого еще никто не делал. А это вообще возможно, чисто теоретически под водой? Чисто теоретически возможно. Тогда мы ждем у тебя под водой стрима. Что-то сказал на всю страну, теперь делай. Мы тебя ждем. Амина, спасибо большое за интервью. А нам пора переводить все внимание на сцену. Ведь там нас ждет Маша Солихова. Всем,
слышу звон издалека. А у нас в гостях настоящий человек-праздник, яркий во всех смыслах этого слова, Митя Фомин. Добрый день, друзья, здравствуйте. Вот я же говорю яркий, аж подождите, тут немножечко слепит мистер Апельсин наш всех в своих... Я мистер Лимон, а ты мистер Апельсин. Света много не бывает, Костя. Да, у нас с тобой цитрусовая вечеринка. Давайте, поехали, девчонки. Митя, здравствуй. Поздравляем тебя с недавней премьерой песни «Рассвет». Спасибо огромное. Расскажи нам, пожалуйста, про нее поподробнее. Это новая песня. Мне написал ее мой друг-композитор Алексей Романов и модный саунд-продюсер Red Max. Песня уже активно входит на отечественные радиостанции, и я хочу, чтобы она стала новым гимном любви и возвращения всего хорошего. Ой, как здорово. А это у нас есть хоть так. А вы знаете, что я вам сегодня привез вообще самодельную Пасху? Пасху, она испечена была вчера вечером моей любимой домработницей Светланой. И я сегодня поздравляю всех с этим прекрасным праздником. Пасха диетическая. На меде, с изюмом, с орехами, с цукатами. И счастливая. Вот так. О, спасибо большое, девчонки, извините. Кажется, я... Так, скажи, пожалуйста. Это всем, это на всю съемочную группу. Подожди, на всю съемочную группу, вот такая Пасха? Группа, телеканал же... Ну, по чуть-чуть, ты думаешь, ребят. Ты думаешь, два человека работает? Я знаю, что у вас работает много, но по чуть-чуть, с кофе, с чаем, знаете, ну, так, чтобы... Ну, слушай. Чтобы было ощущение праздника. Чтобы не было скандала на съемочной площадке, разреши мне верхушку съесть. Ради бога. Прям кусай сейчас. Давай. Ну как? Говорите, пожалуйста. Давайте, я слушаю ваши вопросы. А есть ли в твоем репертуаре песни, которые ты больше не можешь петь? Нет, эти песни я, как правило, все могу петь. И если говорить о песнях группы Hi-Fi, то я могу их петь. Я могу их петь вместе с группой, я могу их петь в караоке. Я могу, у меня душа поет, поэтому я могу петь все. Ну, не можешь, мы имеем в виду, типа, уже не могу. А, в смысле, которые надоели? Конечно. Ну, ребят, это все мои любимые песни, это все мои, так сказать, мои детки, вы понимаете. Я же не могу от них вот так вот взять и отречься. Есть иногда настроение спеть то, что... Что хочется мне, но не хочется, например, публике, да? Да. Но я всегда слушаю то, о чем меня просят зрители и слушатели, конечно. Тогда, же, вот да. Я тебя прошу, вот ты тут флайеры принес, я не понял. Да, я принес промокод флайеры. Промокод какой-то или что? Слушайте, это никакого промокода, это моя гордость. Мы делаем шикарный концерт на Калининградской, на Балтийской ривьере 11 июня в преддверии Дня России. Митя Фомин, группа «Фреугольник» сыграет абсолютно живой концерт в старинной прусской крепости. Это астрономический бастион, и это будет шикарный музыкальный праздник для всех тех, кто едет отдыхать на самые длинные летние выходные, так сказать, увидеть город, увидеть море, искупаться, отдохнуть и прийти обязательно ко мне на концерт. Обязательно. Вот, слушай, смотрите. В Калининграде, правильно? Калининград, 11 июня. Столько водных. Калининград, 11 июня. Самый центр города, астрономический бастион. Мест немного. Там будет и танцевальный партер, там будет и партер сидячий. Даже будет вип-зона со специальным меню и, извините, баром. Вот так. Вот, и вот за это прощаем. Слушай, вообще, вот мы заметили, что ты особенно в последнее время очень любишь выбирать такие необычные локации. Вот, например, в клипе на песню «Удивительная» ты снимал, если не ошибаюсь, в Узбекистане, в Бухаре, правильно? Совершенно верно. Вот. А где будет следующий? И вообще, какие из твоих съемок клипов для тебя были, ну, самые необычные? Может быть, этот и был. Костя, самый необычный, каждый свой видеоклип я стараюсь снимать в разных локациях. Это был и Миконос, и Куба, и Лондон, и Москва, естественно, да, и Абхазия даже это была. Собственно, это был и Узбекистан. Где-нибудь, где мы еще не были. Венесуэла, Уругвай, не знаю, там Мексика, Индия, Пакистан. Ну, короче, пока весь мир не сниму в своих клипах, не успокоюсь. Да, мне нравится такая позиция. Да. Именно Митя, так. Ты всегда находишься в отличной форме. Спасибо, дорогая.
В чем главный секрет? Есть ли у тебя какие-то ежедневные спортивные ритуалы? Конечно, сегодня, прежде чем приехать к вам, я пробежал 5 километров по лесу. Свежий воздух, очень много лягушек. Просыпаются подснежники, гиацинты. Там тебя лягушки уже узнают, лягушки, да, наверное? Да, они уже... Митька, привет, там как дела? Ква-ква, ква-ква. Мам, ну молодец, правда. Попробуй с утра поднимись. Ну я не с утра, послушай, я встал, нет, так сказать, чуть-чуть размякся как-то по древу. Свой видок там не перечитай, пожалуйста. Я не буду рассказывать, да. Пробежался я 2 часа назад, 3, скажем так. Ну молодец, да, молодец. Конечно, конечно. Я знаю. Ну да, все, да, ну да, конечно, да. Ну вот он артист, а? Мужчина артист в самом расцвете сил. Каком? Я бы сказал, все. Ой, ладно, все, мы сейчас захватим тебя. Действительно, не надо, давай, не надо, да. А у нас тоже есть свой ритуал, точнее обязанность объявлять следующих артистов. Тендерли Бай! Вау! Да, я все знаю, больше можешь мне не врать. Тебе не хватило той любви, что я дала. Слишком хорошо, что даже не злюсь на тебя. Просто ты разбил сердце, что я отдала. Проглотила ключ от своих чувств. Ты со мной начерчила голову, в ней только похоти. За всех сил держу, и я признаюсь тебе в любви, что ты не оценил. Вот мое сердце, только крепко держи. Съел мою любовь, знал, что я буду не против. Все было бы хорошо, но разгадал, что ты врешь мне. Я ловлю их, ты мой воздух. Если б только знала, как с тобой мой мир подохнет. Мои чувства для тебя игрушка. Соберешь еще одну подружку. Мои чувства для тебя игрушка. Проглотила ключ от своих чувств. Проглотила ключ от своих чувств. Ты со мной начерчила голову, в ней только похоти. За все сил держу, и я признаюсь тебе в любви, что ты не оценил. Вот мое сердце, только крепко держи. Тебе не хватит той любви, что я дала. Той любви, что я дала. Слишком хорошо, не слез на тебя. Каждый раз, когда я вижу эту цифру, мне, если честно, становится как-то не по себе, потому что артист, который сейчас выступит на сцене, он на ней уже, внимание, 25 лет. А самое классное, что его знают все поколения, и мое, и твое, Кость, и мама моя его очень любит. Да, и, возможно, даже моя бабушка знает его. В общем, этот исполнитель покорит любого. Ой, вот что правда, то правда. Вот он как начнет петь, он как начнет пританцовывать, он как начнет устраивать свое шоу. И как мы узнали из недавнего интервью, он постоянно эти самые шоу делает в самых необычных местах. Встречайте на сцене Митя Фомин. Я такой же, как ты, уставший, с планшетом на берегу. Рисую песню свою без фальши, но спеть ее не могу. Лабиринты и снов глубины затеряны навсегда. Я точно знаю, о чем мечтаю, и верю в то, что когда. Проснутся все одинокие люди, коснется рассвет, после ночи разбудит. Вернутся все перелетные птицы, и на земле вновь любовь возродится. Проснутся все одинокие люди, коснется.
начнется рассвет. После ночи разбудит, вернутся все перелетные птицы, и на земле вновь любовь возродится. Океаны, поток нирваны, ведь мы почти из воды. Вдвоем на равных с тобой о главном мы переходим на ты. Ведь я такой же, как ты, уставший, с планшетом на берегу. Рисую песню свою без фальши, когда-нибудь я смогу проснуться все одинокие люди. Коснется рассвет, после ночи разбудит, вернутся все. Одинокие люди, коснется рассвет, после ночи разбудит, вернутся все перелетные птицы, и на земле вновь любовь возродится. Всем добрый-добрый вечер всем зрителям здесь, в Крокусе, всем зрителям там, кто находится по ту сторону телевизионных приемников. Еще раз всех вас с воскресеньем, с прекрасным весенним праздником. И я хочу, чтобы этот день, эта неделя, эта весна стали удивительными, как и моя песня удивительная. Я посвящаю ее всем тем, кто знает, что такое любовь, а вас большинство. Не на душе до нашей встречи оседали, но все это изменил один вечер. От судьбы не убежать я не пытаюсь, мы смогли родными стать, счастьем прикасаясь. Да, точно любовь, и ты точно моя удивительная. Это точно любовь, и ты точно моя, не могу стоять. Забронировали рейс, идем по взлетной. Мне с тобой все интересно, мы как два самолета. Выжгло солнцем изнутри, что было раньше. И как дикое сафари, красотой не манишь. Это точно любовь, и ты точно моя удивительная. Это точно любовь, и ты точно моя, не могу устоять. Чужие
на волну удачи, и не может уже быть иначе. Повернули сюжет на волну удачи, и не может уже быть иначе. Еще раз напоминаю, что 11 июня всех вас жду в Калининграде, в самом центре города, на свой живой концерт под открытым небом в астрономическом бастионе. Прекрасного вам вечера, друзья. Спасибо за аплодисменты. Поаплодируйте мне, пожалуйста. Вы тоже. Спасибо! Этот исполнитель создал не просто песню, а народный хит, который вы все точно знаете, причем наизусть. У нас в гостях Хабиб! Всем привет. Привет. А что за песня? Ой, не знаю. Ягода там... малины. Ой, 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 ой. Всем привет, всех рад видеть. Привет, Хабиб. Ну что, давайте вопрос, девчонки. Хабиб, привет. Когда нам ждать от тебя новых треков и, возможно, клипов? А вот давайте вот прямо сейчас, прямо сегодня. Ты дашь прямо нам здесь. Новый трек? Да. Опа-на. А клип? Прямо сейчас, прямо здесь? Ну, сейчас кто-то снимет что-то, я думаю, что в клип, ну, как клип такой, мини-клип, мут-видео можно сделать. Кстати говоря, у меня на вашем YouTube-канале один ролик там набрал 4,5 миллиона просмотров. Еще песня бы. «Просто будь ближе», представляешь? На нашем которая канале не суперчартовая, все. Но именно на вашем канале. Но так скакануло, я потому в шоке. Потому что наши зрители тебя любят. Спасибо, вот спасибо, вот, родные. Вот. Да, давай следующий вопрос. Твои фанаты дарят тебе все возможные... Ой... Вероятное количество всевозможных подарков. Какой из них тебе запомнился больше всего? Главный подарок – это купленные билеты на концерт. Честно, серьезно, когда ты выходишь на сцену, на свой концерт сольный, да, главный подарок – это, конечно же, когда люди пришли. Людей много. Это самое главное для артиста. А вот то, что всякие там такие материальные, я считаю, это ну, немножко на второй план. Но так как у меня очень много совсем малышей, они мне дарят мягкие игрушки. Там, ну, то есть такие очень милые детские подарки, которые я храню. И когда их накапливается очень много, я отдаю детям, которые нуждаются, ну, либо детские дома или малоимущим семьям. То есть это, эти дети, которые дарят игрушки, они дают жизнь игрушкам дальше, то есть все так вот в круговороте. Молодец. Круговорот игрушек в природе. Так точно. Поехали дальше. Скажи, вот смотри, на твой клип, на песню ту самую «Ягода малинку» посмотрел уже почти пол, внимания, миллиарда человек, пользователей. Всем привет, это я. И вот теперь вопрос, да. Можешь ли ты честно сказать, сколько раз ты ее пел? Можешь ли ты подсчитать? Честно. Ну, плюс-минус. Ой, я не знаю, ну, наверное, раз 200 точно я спел. Раз 200 тысяч, да. Может быть, все-таки? Миллионов. Ну, скажи, пожалуйста, а вот честно, вот ты когда ее слышишь, я понимаю, что это твой хит, бла-бла, ты напеваешь, но когда ты где-то ее слышишь, например, ты не в настроении, ты там, например, цокаешь или глаза закатываешь такой? Нет, я всегда радуюсь, я притопываю ножкой, я понимаю, что это работает, то что песня живет уже не в зависимости от какого-то моего участия, продвижения, то есть песня, она уже, как сказать, самостоятельный артист, понимаешь, она уже независимая такая вся, ей ничего не надо, она сама по себе уже взрослый человек, между прочим. Скоро скажешь, я ухожу от тебя. Да. Все, так сольное будет, плавание. 100%. Замуж ягода малинка выйдет, и все. Пиши пропало. Потом будет малинята. Малинята, да. Как говорил, за малинят сразу оп-оп, оживилась реакция, видишь? У тебя такое количество концертов. Как ты справляешься с таким графиком гастролей? Честно, ребят, вот честно. Не справляюсь. Я не справляюсь. На самом деле, заряжает энергией только зрители и мотивация, то, что это все идет бесконечным потоком, и ты кайфуешь, то, что когда же это закончится, оно не заканчивается. Тур продолжается уже полтора года, и нет конца края ему. Я думаю, и в ближайшие десятилетия точно. А слушай, есть ли у тебя уже лайфхаки или секреты, как справиться с таким ритмом? На самом деле, это режим, дисциплина, которой нету. Спасибо, Хабиб. Самый ценный совет от тебя. Всему подрастающему поколению. Мама, я доехал. А нам, кстати, этот самый ритм никак нельзя терять, потому что на сцене уже готов выступить Дава.
От меня выбросить цветы легко смогла ты. Зачем они перед тобой не виноваты? Сегодня провожает дождь тебя до дома. В груди болит сильнее любого перелома. Сменилось время года, ты сменила стрижку. Так затянулась с тобой наша передышка. Из телефона удалила все песни, что мы любили слушать вместе. Я обновила плейлист. Ты обнулила нас. Мой старый плеер завис, повторяет, вернись. Сто измученных раз. Ты обновила плейлист, сторис, новая жизнь. Счастье лишь на показ, обнулила нас. Старый плеер завис, повторяет, вернись. Сто измученных раз. Да приходи, родная, крой меня трехъярусным. Встречайся, но мы оба знаем, вы не пара с ним. Сегодня провожает он тебя до дома. Это весомо меня бьет по самому больному. Не позвоню тебе из прошлого и встречу не ищу, будто бы ненарочно. Да у меня тебе дефицит, он ночью на репит песни, что мы любили слушать вместе. Старый плеер завис, повторяет, вернись, сто измученных фраз. Ты обновила плейлист, сторис, новая жизнь, счастье лишь на показ, обнулила нас. Старый плеер завис, повторяет, вернись, сто измученных фраз. Ты обновила плейлист, ты обнулила нас, мой старый плеер. Ну что, романтический уже вечер, вайб продолжается, и желаю вам любви. Погнали. Сплетни, мода, слава, этот город забыл о самом главном. Ненависть там, где быть должна любовь, тут сгорают в погоне за толпой. Только мы с тобой ищем свет на ощупь. Кажется, в детстве было проще. Все, что было делить, это старый футбольный мяч. Время ускорилось, и мне не хватает всех передач. Я не знаю, сколько еще денег успеем заработать, но я знаю, что на них не купить. Так что пока жив, живи, не тупи. Ведь мы не знаем, сколько время отмерило нам только. Знаю, каждый день опять новый шанс. Если можешь делать, делай сейчас. Мама, твой сын большой, я вижу цели, знаю риски. К черту самодовольный шоу-бизнес, помню только о близких. В черном списке у тех, кто был мной сильно разочарован. У тех, кто в бою за короной не отличились, суть от пустого. Мы век на ощупь, кажется, в детстве было проще. Паленые мечты отучили их быть собой, но среди этой суеты я кричу тебе про любовь. Ведь я не знаю, сколько еще денег успеем заработать, но я знаю, что на них не купить. Так что пока жив, живи, не тупи. Ведь мы не знаем, сколько время отмерило нам только. Знаю, каждый день опять новый шанс. Если можешь делать, делай сейчас. С
Всем огромное спасибо и хорошего вам дня. Переплюнуть то, что сделал наш следующий артист, мне кажется, невозможно почти никому на нашей эстраде. Его клип в интернете «Ягода малинка» собрал почти 500 миллионов просмотров. Ее слушают и взрослые, и дети. Да я тебе более того скажу. Вот заиграла где-то эта песня, да, «Ягода малинка», и ты такой думаешь: ой, ну нет, ну слушайте, ну я на это не поведусь, не буду я под нее танцевать. Проходит 15 секунд, и где я? Правильно, на танцполе. И сейчас, я думаю, все наши зрители точно так же встанут и начнут танцевать, но уже под его новые треки, потому что на сцене Хабиб. Хабиб. Всем привет! Я твой бандит. Не, ну чё ты притворяешься, будто бы я невидимый. Холодное сердечко твое словно Антарктида. Нам будет весело вдвоем и грустно без тебя. Отправимся в полет, а звезды нам горят, как будто самолет. Летит моя любовь, но тебе так все равно, йо-йо. Жаль, доктора не лечит разбитое сердечко. Тогда я буду петь, это моя аптечка. С ночи до утра моя душа, чтобы сердце стало легче позабыть тебя. Жаль, доктора не лечит разбитое сердечко. Тогда я буду дэнсить, это моя аптечка. С ночи до утра будет петь моя душа, чтобы сердце стало легче позабыть тебя. Эта девочка вошла без стука в мое сердце. Улыбка и глаза не вышибают дверцы. И как бы холода, я хотел с тобой согреться, но, наверное, влюблена не в меня. Нам будет весело вдвоем и грустно без тебя. Отправимся в полет, а звезды нам горят, как будто самолет. Летит моя любовь, но тебе так все равно, йо-йо. Жаль, доктора не лечит разбитое сердечко. Тогда я буду дэнсить, это моя аптечка. С ночи до утра будет петь моя душа, чтобы сердце стало легче позабыть тебя. Жаль, доктора не лечит разбитое сердечко. Тогда я буду дэнсить, это моя аптечка. С ночи до утра будет петь моя душа, чтобы сердце стало легче позабыть тебя. Спасибо! В общем, это была новая песня. Если вы хотите, чтобы она вышла, обязательно голосуйте, пишите в комментариях, где увидите видео с этой песней. Я почитаю обязательно и будем принимать решение. А следующая песня называется «Разрывная». Раз, два, три, море синему, подарю тебе розу чайную. Ты же знаешь, я парень отчаянный. Гуля-гуля-гуля, пойдем гулять. Буду-буду-буду тебя целовать. Дева-дева-дева, девочка моя. Раз-раз-разрывная. Ой, красивая. Запускаю ракету и ставлю флаг. Я твой Илон Маск, ты моя луна. Я твой космонавт. Ла-лео. Гули-гули-гули, пойдем гулять. Буду-буду-буду тебя целовать. Дева-дева-дева, девочка моя. Раз-раз-разрывная. Ой, красивая. Ой, нарядная. Вся на стиле. Раз-раз-разрывная. Ой, красивая. Ой, нарядная. Вся Раз-раз-разрывная. Ой, ра-па-па, ра-па-па, ра-па-па.
Спасибо! Для вас выступал Хабибка. Всем хорошего вечера. Пока. Этот артист может покорить вообще любую сферу, которой решит заниматься. Потому что это Дава. Встречайте. Всем привет. Привет, Дэйд. Дава, привет. На какую камеру? Я просто не знаю, столько камер. А вот слева, которая у тебя. Приветики, приветики. Хотим сказать, какой же крутой и приятный трек «В детстве было проще» у тебя получился. А что для тебя в детстве было гораздо проще, чем сейчас, а что наоборот сложнее? Ну, детство же, оно все равно, ну, тебе, наверное, пока еще не понять, потому что ты как раз-таки в детстве, а люди, которые повзрослели, они очень часто вспоминают, что детство как раз-таки было очень таким беззаботным. А, ты, не знаю, играешь с друзьями во дворе где-то, там, сидишь дома, играешь во что-то и ждешь, пока мама готовит тебе обед. Любимая пюрешка, котлетки куриные. Вот, и приходит папа, и вы все это сидите, там вместе обедаете. Вот, но это незабываемые такие ощущения, когда ты вспоминаешь, как было круто и классно в детстве, и когда не было всех, наверное, этих глобальных мыслей и проблем в голове, которые сейчас возникают у многих. Вот, и вот это, наверное, как раз-таки трек про это, про то, что мы все в погоне за деньгами, за какой-то славой или еще за чем-то, забываем вообще, какой смысл жизни. И вот как-то время летит, причем оно очень быстро летит, и, к сожалению, вот мы забываем про самое главное. Вот этот трек нацелен на то, чтобы лишний раз напомнить человеку, и чтобы он задал себе какие-то вопросы, действительно. А куда он пытается эти деньги заработать, если мы их с собой все равно никуда не унесем? Ну, вот как-то так. Красиво, достойно, прям четко. Давай, следующий вопрос. Какой была твоя самая главная мечта в детстве? Ты ее уже осуществил или еще в процессе? Ну, в детстве я мечтал стать чемпионом России по танцам. Я им стал, поэтому как мечта сбылась, и все, и детство закончилось на этом. Как быстро ты оборвал свою детскую мечту, точнее, быстро ее выполнил. Слушай, я не быстро ее выполнил. Я ее выполнил с 3 лет, я шел к этой цели, выполнил где-то в 17. Многие люди мечтают о чем-то и 50 не выполняют, а ты в 17 выполнил. Да, и вот как. Ну вот, так что не скромничай. Так, давай, скажи, не так давно у тебя был день рождения, тебе подарили весьма необычный подарок. Какой из? Ну, мне кажется, что-то про щит, по-моему, был. А, еще и какой из? Тогда расскажи сначала, если не ошибаюсь, рекламный щит был какой-то? Слушай, да, был щит. Аня, мой директор, подарила мне, ну, на щите сделала рекламу. Прямо дом недалеко. Вот, еще мне подарила, команда моя подарила мне копейку. Настоящий автомобиль-копейку. Автомобиль-копейку. На нем он был полностью разрисован в мой портрет. На нем было написано мое имя. Моя фотография была нарисована. Вот. А он на ходу, скажи? Слушай, он на ходу, да, я даже больше скажу, я так загорелся, я так настолько кайфанул, ну, вообще вот этим вайбом, атмосферой катания на этой тачке, я решил сейчас отреставрировать ее, сделать прямо из нее очень крутую, причем хочу сделать кабриолет, чтобы сейчас летом снимать крышу и прям с ветерком кататься. Ну, Дава в копейке, это что-то новенькое. Ну, слушай, она обалденная, прям реально, это очень крутая тачка, и вот можешь из нее вылепить все, что захочешь. Класс, действительно классный подарок. Дава. Ты очень прекрасный танцор. А есть ли у тебя какой-нибудь фирменный танец победителя? Можешь нам его показать? Ну, или движение хотя бы. Ну, фирменного танца победителя у меня нету, я не настолько уж, да, как бы. Можно есть какое-то движение, когда, знаешь, ну, такое бывает, согласись, когда ты там побеждаешь, что-то получается, кто-то там просто ест, кто-то там пританцовывает. Есть ли у тебя что-то такое? Я обычно начинаю просто рукой «да, да», вот так вот делаю, такой типа «да, я сделал это». Вот, ну, прям такого фирменного, наверное. Ну, а танец жениха у тебя, наверное, фирменный же есть? Не, ну если ты представляешь, что начинали лезгинку танцевать в ваших представлениях, то это не так. Ну, короче, какого-то такого танцевального движения? Какого-то такого танцевального нету. Ну, блин, так хотели, чтобы ты что-нибудь там станцевал, как говорится, в прямом эфире. Ну, ладно. Ну, ладно, не вытащили из тебя танец. Ну, давай, что у нас дальше? И на этой победной ноте мы возвращаемся на сцену «Жары Лайт», где все зрители ждет она, Мэри Гу. Если честно, можно даже не пытаться держать дистанцию. Если честно, между нами еще минут 15 максимум. Станет тесно, слишком тесно в этой комнате огромной. Я забуду забыть, ты забудешь запомнить. И кто-то не я дотронется до души, снова не про меня, и не мне напиши, в чем тебя обвинять. У каждого своя жизнь. И кто-то, но не ты, мне в паре нальет еще. Я попробую остыть тебе за его счет. Но кроме пустоты ничего внутри, вот черт. Не влюбляйся, милая, не люби, пожалуйста.
тишину и уехать без оглядки. Мне пора себе внушить, что ты и без меня в порядке. До утра из-за тебя не спать паршиво, если честно. Ты такой же, как все, с кем мне рядом не место. И кто-то не я дотронется до души, снова не про меня и не мне напиши. В чем тебя обвинять? У каждого своя жизнь. И кто-то, но не ты, мне парень нальет еще. Я попробую остыть тебе за его счет. Но кроме пустоты ничего внутри, вот черт. Не влюбляйся, милая, не люби, пожалуйста. Но ты уже влюбилась. Спасибо большое. Спасибо. Споем новую песню. Каждый день будни, и утро бьет током. Здесь так многолюдно, здесь так одиноко. Каждый день праздник, нарядное платьице. Кто хотел все и сразу, потом не расплатится. Расплачешься на перекрестке, размажешь блестки по лицу. С самого начала все идет к концу, и танцуют слезы на асфальте. Каждому бойцу знакомо, будто тысячу лет не был дома. Судьбы рушатся, но растут города. Чтобы что-то получить, нужно сначала отдать. Разобьешься, не беда, сделаешь себе сердце изо льда. Если готов, тогда не перегори. Перегори, только громче говори о том, что тебе больно. Все, что есть внутри, миру подари. Не перегори. Не перегори, не перегори, только громче говори о том, что тебе больно. Все, что есть внутри, миру подари. Не перегори. Нет ничего бесплатно, всегда кто-то платит желаниями аккуратнее. Проклятие поменяло эконом на бизнес-класс. Но больше не удивляет, как в первый раз. За каждым выученным смехом камера мотор. За каждым успехом отрицание, гнев и торг. Депрессия, принятие, сколько людей здесь спятило. Тех, кто хотел взять больше, чем мог. Обратная сторона медали, будет тебе урок. Чем больше вокруг людей, тем больше ты одинок. Радовать, когда радоваться нет сил. Жизнь, о которой ты так просил, распишись, скажи спасибо. Не перегори, не перегори, только громче говори о том, что тебе больно. Все, что есть внутри, миру подари, не перегори. Не перегори, не перегори, только громче говори о том, что тебе больно. Все, что есть внутри, миру подари, не перегори. Спасибо большое. Ну что ж, хорошим настроением зарядились, музыку любимую послушали. Можно и заканчивать. Да, все верно. Пришло время прощаться. Но не надолго, а ровно до следующего эфира. Главного диджитал-шоу страны «Жара Лайт». Но с вами сегодня были мы, ведущие, София Рязанова. Костя Браво. И София. Скоро увидимся. Всем пока. Телеканал «Жара» представляет. Долгожданные концерты в новом формате. «Жара Лайт».